На этой неделе в северной столице прошел трехдневный российский фармацевтический форум. Мероприятие проводят уже в 17-й раз. И второй год подряд в нем принимает участие Ярославская область. Регион входит в тройку лидеров, успешно развивающих на своей территории фармацевтический кластер. В Петербурге губернатор Сергей Вахруков провел серию переговоров с представителями ведущих мировых фармацевтических компаний. Например, на встрече с Хорстом Домдеем, президентом ведущей немецкой компании BioBiotech Cluster, обсуждались вопросы привлечения инвестиций в ярославскую фармакологию и перспективы создания научно-исследовательского центра на базе вузов области. Еще одна беседа прошла с президентом биотехнологического концерна BioNJ Дебби Харт. Кластер в Нью-Джерси является одним из самых крупных в мире и насчитывает 310 предприятий. Сергей Вахруков пригласил резидентов посетить Ярославскую область для обмена опытом и мнениями относительно развития фармацевтической промышленности. Зарубежные эксперты приняли предложение. Кроме того, глава региона провел переговоры с компаниями, которые уже сотрудничают с нашим регионом.